В Тверской области, как известно, располагается крупнейший в Центральном федеральном округе объект атомной энергетики – Калининская АЭС. В 2019 году она стала победителем ежегодного конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли». Именно экологичность и безопасность подобных энергетических объектов сегодня ставится на первое место при их эксплуатации. В частности, особому мониторингу подвергается радиационная обстановка, для измерения которой применяются самые современные технологии. Подробности в сюжете наших коллег из Удомли. 1000 стационарных измерительных каналов, которые объединены в систему радиационного контроля. Огромное количество переносных приборов, дозиметров и установок помогают выполнять контроль за радиационным фоном на промплощадке станции и прилегающих территориях. Сейчас он равен нулевому фону. Для его измерения изучают показатели внешней среды воздуха, питьевой воды, продуктов питания, осадков почвы, а также радиационную обстановку на самой станции. Программно-технический комплекс картографирования радиационной обстановки – новая информационная система, которая с недавнего времени внедрена на Калининской АЭС. Комплекс позволяет проводить анализ, хранение и архивацию параметров радиационной обстановки в любой точке атомной станции. На данном слайде мы можем открыть и узнать реальную информацию о результатах радиационного контроля в конкретном месте. Отображается информация альфа, бета загрязнения, мощность дозы и дата измерения, когда выполнены последние замеры. Данный программно-технический комплекс позволяет всему персоналу Калининской АЭС, выполняющему работу в ЗКД, знать радиационную обстановку в помещениях ЗКД и на промплощадке атомной станции. Внедренная на станции информационная система – полностью отечественная разработка. Такой же комплекс уже эксплуатируется на Смоленской атомной станции и теперь на площадке Калининской АЭС. Работа системы построена так, что информация о состоянии радиационной обстановки во всех помещениях зоны контролируемого доступа путем оперативных измерений становится доступной для всех работников и позволяет быстро получать необходимую информацию. Сейчас мы находимся на четвертом блоке. Я выполнял регламентные работы. Проводил измерение радиационной обстановки в реакторном отделении помещения номер А015. Результат измерения не превышает уровень исследования для данной категории помещения. Соответственно, никаких дополнительных требований и ограничений по радиационной безопасности нет. Иметь информацию о радиационной обстановке в месте проведения работы особенно важно специалистам, которые работают в зоне контролируемого доступа, где при нормальной эксплуатации возможно воздействие на персонал радиационных факторов. Благодаря данным, отраженным в программном комплексе, персоналу легче определиться со средствами индивидуальной защиты, организацией временем выполнения необходимых операций. Все это в итоге позволяет уменьшить дозовые нагрузки и предотвращать любые инциденты на атомном объекте.